Оказывается, в моем доме с обратной стороны музей восковых фигур. Сейчас посмотрим. А я тут уже скупилась. И куда надо идти? Она обратила внимание на соседнее государство. Византия была самой такой богатой. Ничего положить. Может и положимся. А я здесь квартиру снимаю. Я иду домой. Смотрю, оказывается, у нас там музей. Ничего страшного. Заклади там. Надо. Добро пожаловать в наш музей восковых фигур. Музей был организован в 2000 году, начинался с 20 фигур. Сейчас у нас в музее работает 5 тематических залов, 58 фигур. Экспозиция начинается с фигуры мадам Тюссо. Это женщина, которая в 1835 году в Лондоне открыла первый стационарный музей восковых фигур. Она не только им руководила, она изготавливала фигуры. Даже свою фигуру она изготовила собственноручно. Наши скульпторы поехали в Лондон, сняли точную копию, одели в точно такую же одежду. И вот она встречает наших гостей. Все фигуры натуральной величины. Конечно, вы удивитесь, глядя на Пушкина, его рост был всего лишь 1,58 м. Его красавица-жена Наталья Гончарова была на 12 сантиметров его выше. Фигуры работает большая группа, коллектив мастеров, в первую очередь это скульптор, летящий в повозку, гример, медики изготавливают глаза. Глаза – это глазные протезы, такие, как делаются для людей. Стоматологи изготавливают зубные протезы. Ну и самая кропотливая работа – это работа мастера-постежера. У них у всех не парика, а мастер покупает волосы и тоненькой иголочкой впаивает восковую поверхность. Так создается шевелюра, усы, борода, брови, ресницы. Очень кропотливая работа. Фигуры выполняются на основе портрета, фотографий, стоп-кадров из фильмов. Иногда личности позируют. Это лучший вариант, когда личности позируют. Там-то в таком случае еще и дарит свою одежду и обувь. Или же на основе посмертных масок. Вот здесь вы увидите, вот тут вот стенд копии. Это у нас копии посмертных масок, да. Ну, потом посмотрите. Вот, по стоп-кадрам из популярных фильмов. Вот здесь вы видите наши знаменитые фильмы. Вот, «За двумя зайцами», «Вечера на хуторе близ Диканьки», когда Пацюк сидит, а вареники сами к нему запрыгивают в рот. Ну вот, а мастере-постежоре вы можете обратить внимание, вот у Герта, у него щетина, представляете, для того, чтобы создать вот такую небритость, так надо было поработать. Натурально, Наталья, первый раз просто в восковых фигурах. Кого-то вы, наверное, узнаете. Ну, конечно. Кого-то нет, скажите. Маяковский, да? Нет, не ошибаюсь, да? А, это Высоцкий, а я читаю, да. Ну, это понятно, это... Шевченко. Шевченко, есть такой. С длинным носом. Ну, это этот, господи. Миронов. Миронов, а это... Папанов. Да, Папанов. Вот. Да, больше это я не знаю, это я не знаю. Это Есенин. Это Есенин, да? Есенин. А самая маленькая маска – это Пушкин. Это Пушкин? Да. Даже вот здесь, видите, вот здесь немножко даже бакенбарды видны. Вот видно, какие мелкие черты лица. За счет шевелюра мы его воспринимаем таким. Ну да. Ну, конечно, при таком росте, скорее всего, и черты шевелюра. Да. Вот так вот. А я бы чему-то Высоцкий, а теперь я понимаю, что это Высоцкий, а сразу показалось Маяковский. Ну вот это у него челюсть. Маяковского губы другие.
Мне так не стремно. Идёте дальше. У меня плохая ориентация на местности. Вот это зал с большим бизнесом, отечественный, безрубежный. Вот там в уголочке Андрей Макаревич, Валерий Леонтьев позировали, подарили свою одежду. Ну и самая дорогая фигура музея, это фигура Бритни Спирс. Воск – дорогой продукт, а на нее пошло больше 20 килограммов воска. Поэтому она самая дорогая. Ну, теперь рассматривайте. Утренка, я бы не узнала. Ну, она захотела, чтобы ее такой изобразила, она прислала свои молодые фотографии. Вот, уже будучи в возрасте, ну, не захотела, чтобы ее делали старенькой после всех пластических операций. Ну, вот, ну, я ее и молодой по фильмам не такой помню. Ну, вот, она осталась довольна. Ну, да, я бы тоже осталась довольна. Я бы тоже осталась довольна. Ой, тальков какой. Если бы помолодили, да? Ну, да. Все как будто не такой. Ну, в фильмах они с гримом. Ну, конечно. Макаревич точно, я его видела. Ну, вот он позировал, так что тут не может быть не точно. Макаревич прям точно, правда. Что я его видела. Леонов тоже такой маленький был. Да. Ну да, на экране кажется больше. Леонтьев прям один в один. Прям один в один. А Миронов тоже маленького роста, да, был? Миронов? Ага. Нет. Ну, небольшой. Метр 78. Да? Такой же маленький, да. Просто видно сидит, и он здесь в сценической одежде, так как он умер на сцене, вот его изобразили в роли Фигаро. Да. Папанова так бы в жизни увидел не на экране и не узнал бы. И Шварценеггер не такой. Ну как бы узнаю, но... Ну, рост я, да, его рост я знаю, ну, просто как-то так. Ну, тут он тоже еще молодой довольно-таки, ну, да. Потому что сейчас-то уже, это когда он снимался в первом «Терминаторе», теперь же снимается уже седьмой «Терминатор». За это время он успел... Да, сейчас он уже старенький, конечно. Он успел дважды побывать губернатором Калифорнии. Ну, да. Бритни, да, прям такая. Ну, вообще, изумительно. Я прям очень рада, что попала. Я, конечно, такая. Ди Каприо я бы не узнала, неужели он такой. Ну, понимаете, в чем дело, опять-таки. Это стоп-кадр, а фильм снимался... под углом 45 градусов сверху, а мы на него смотрим под углом 90 градусов. Другой ракурс, но по-другому воспринимается. Ну, как-то у него шире, вот, ну, вот глаза у него как-то... Ну, вот поэтому так. А, кстати, это изобрели вот именно ту съемку украинские мастера, и получили Оскара за эту съемку, вот именно потому что сверху снимал. Хотя считается, что фотографироваться нужно вот так. А я знаю, что когда меня снимают чуть выше, я красивее 100%. И моложе, и красивее. Тальков, я так его люблю.
собраны спортсмены и журналисты. Вот вдоль этой стеночки личности, фигуры личности, которые позировали. Самая маленькая фигура музея Лилии Подкопаевой, 1,55 м. А рядышком с ней сидит наша четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, 1,84 м. Данилка подарил свой сценический костюм, в котором он снимался в СВ-шоу в начале своей творческой деятельности. Такие настоящие. Ну, за счет глаз особенно. Да, потрогать хочется мне. Которая первая принимает христианство, рядышком с ней князь Владимир, креститель, это ее внук, который крестил Киевскую Русь. С тех пор мы стали христианами. Видите, князья одеты в дорогих одеждах, шитых золотом, драгоценными камнями, обязательно на руках перстни. Дальше представители казачества, гетманы, вот их создавали по летописи, в летописи было написано, вон и была громадная статура, вот они такие крупные. Попросили, может, мудрости. Даже вены. Я чувствовала, что, наверное, видеосъемка не приветствуется в этом маленьком музее восковых фигур. Поэтому так тихенько, когда еще спускалась, так и оставила, вы видели камеру. И... Ну, мне там предложили, что если хотите сфотографироваться с персонажами, там висит вывеска, то есть это не то, что там они из-под полы, то есть там висит вывеска, и доплачиваешь, и фотографируешься. Но так как я фотографироваться не планировала, я говорю, да нет, я не буду фотографироваться. Ну, и все-таки, а видео, видимо, все-таки, ну, не приветствуется снимать. Ну, хочу сказать, что мне очень понравилось, как рассказывали работники этого небольшого музея. Работа действительно... Очень хочется прям взять, потрогать за руку, по волосам провести рукой. И особенно вот там, где посмертные маски, хотя это копии, там, может быть, даже с копией посмертных масок. Ну, не знаю, может быть, я такая чувствительная, может быть, действительно такое ощущение. Но, ну, не знаю, мне кажется, я что-то чувствовала. И я не попала в последний зал, вернее, я попала в последний зал, но я уже перестала снимать. Ну, и, наверное, хорошо, это был зал политических деятелей прошлого и настоящего, ну и, как говорится, знаете, в ситуации, в которой как бы мы сейчас находимся, ну, наверное, может быть и правильно, потому что я не знаю, что бы говорила экскурсовод, да, и, ну, я вообще не комментирую, я не вступаю ни в какие дебаты по поводу политики, я в этом совершенно не разбираюсь, меня это не интересует, и я, ну, это не нужно. Поэтому, ну, может быть, даже и хорошо, что я просто в этом зале уже не снимала. Но, поверьте, очень маленький, очень приятный, и очень интересный такой музейчик, экспозиции эти, экспонаты очень-очень интересные. Ну, я постаралась, конечно, заснять максимально, ну,
надписи на персонажей я не всех смогла заснять, и лица, как бы, персонажи все, кроме того зала политического, но так, чтобы это было видно, что вот он этот Утесов, и вот он надпись Утесов, да, и его копия, да, там, или Майкл Джексон, и вот его копия. Ну, я думаю, все смогут все-таки узнать известных персонажей, поэтому надеюсь, вам понравилось видео, которое я сняла и показала. Мне очень понравилось.